Всем привет, друзья! Вы у меня постоянно спрашиваете сделать видео о максимально быстрой прокачке новичкам без огромного доната. Подразумевается прокачка нескольких, возможно, нескольких десятков разрядов за пару минут, пропуская этап ловли самов, атланта и другой привычной рыбы для заработка опыта на низких разрядах. Есть два варианта такой прокачки. Первый — это путевки на различные базы, где ловится много спиннинговых видов, о которых я постоянно вам говорю на стримах, отвечая на все те же вопросы. Но сегодня мы поговорим о втором варианте. Если вам все-таки интересна тема о прокачке с помощью путевок, напишите об этом в комментариях. После выхода отвара суперудачи игра здорово поменялась, для кого-то в лучшую сторону, для кого-то нет. Для меня этот отвар по-прежнему неоднозначен в этом плане. Но как раз таки благодаря данному отвару и выходит давно мною обещанное видео. В игре существует список редчайших видов рыб, которые дают очки редкости и ловятся с помощью одного флакона суперудачи со 100% вероятностью или как минимум с близким к этому значением. В этом видео как раз и поговорим о таких видах, с которыми уже некоторые игроки знакомы и часто это обсуждают, но все же большинству, думаю, видео будет полезным, поэтому всем приятного просмотра и спасибо за поставленный лайк. Начнем этот список, пожалуй, с самой известной и простой рыбы, уходящей в квест сельди. Это сельдь чешско-печорская, дающая 1000 очков редкостей. Обитает она на базе кола и ловится на локации 2 моста. В качестве наживки используем червя со дна, после выбора заброса используем отвар суперудачи и со 100% вероятностью ловим данную рыбу. Для получения большего количества опыта лучше использовать поплавочную снасть, настроив ее под выбранную яму. После поклевки подтягиваем ее к берегу и по старинке поем нашего персонажа для получения большего количества опыта. Также при желании можно использовать бомб или обычный отвар мастерства. Топит рыбка поплавок сразу же, я забыл использовать алкоголь и в сухую при весе чуть более 1 кг 300 грамм получил 30 миллионов опыта. Максимальный вес этой рыбки кило 650. Но как же это работает, спросите вы? Все очень просто. Отвар суперудачи действует на рыбу, дающую 15 кармы за зачет. Есть ряд баз, на которых обитает всего один вид рыбы, подпадающий под данные критерии при использовании определенных наживок. Грубо говоря, в таких местах под суперудачу при правильном выборе наживки просто фактически нет шанса поклевки чего-либо другого, кроме как нужной нам редкости. Следующая рыба — это вьюн-амурский, который ловится на базе Амур, протока Бешеные Створы. Наживка для его ловли — личинка караеда, опять ловит со дна, но использует лучше поплавочную снасть. Дает рыба 700 очков редкости и немало опыта, все опять-таки зависит от веса пойманной рыбы. Клюет в любое игровое время, но лучше выбирать момент ловли с 22.00 до 5.00, тем самым повышая шанс вылова более крупной рыбы. Минимальный его вес 20 грамм, а максимальный 220. При поклевке, как вы можете заметить, он расклевывает перед тем, как потопить. Мне он попался весом 122 грамма и дал при этом 50 миллионов опыта под алкоголь. Пузанок северо-каспийский, еще одна рыба, входящая в квест сельди, дает 450 очков редкостей. Минимальный его вес 50 грамм, максимальный чуть более 500. Лучшее время ловли с 4 до 9 утра, база Урал, локация Теплый Перекат. Клюет на паденку в нахлыст, то есть при настройке глубины в 1 сантиметр. Мне попалась рыбка всего на 100 грамм и принесла чуть менее 10 лямов опыта. При поклевке сразу топит поплавок. Все виды вы также можете попробовать половить и без отвара суперудачи, так как базы начальные и возможность поймать редкую рыбку есть даже у новичков. А использовать отвар или нет, это уже дело каждого. Следующая рыба — форель бива, дающая 280 очков редкости, ловится на базе рыбхоз, локация дальние русла. Я использовал жука в качестве наживки, но клюет она также и на кузнечика. Лучшее время ловли — утро и вечер, клюет в нахлыст, за вес чуть более килограмма без дополнительных отваров получил 16 миллионов опыта. Сельдь волжская обитает на базе Ахтуба, локации у парома. Спиннинговая рыба клюет на средней проводке, лучшая блесна — тупик маленького размера, также ловили ее и на орлан маленький. Мне опять попалась некрупная рыбка, но при этом опыта насыпала все равно неплохо. При ловле данной рыбы под отвар суперудачи не часто, но все же бывает, перехватывает глубинная щука.
Ну вот, в общем-то и все. Было у меня в планах добавить еще несколько рыб, которые ловятся очень легко, но опять-таки они не подпадают по критериям этого видео. Рассказал как можно короче, без лишней воды, в общем все как вы любите. На этом все, спасибо за полный просмотр и поставленный лайк. Жду как всегда вас на стримах, не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик. А также пишите, что вы думаете о видео про ловлю редких видов рыб на моем канале. Всем удачи и всем пока!